Точка сбора прямо впереди. Боуман должен ждать нас там. Приветствую вас на канале Asmodeeplay. И мы сейчас стараемся уничтожить Чарли. Плохих парней. Ну? А ты что, не идешь? Список заданий обновлен. Соберитесь с группой виски, убейте виконтовцев на лодке. Ни хрена ты уплыл. Рогович, Кравченко, Штайнер. Да. Вот так вот. Да. Чтоб тебя пираньи сожрали. Так, использовать ножи. И сколько их использовать, этих ножей? Ты мне не скажешь? Эй, Чарли! Ага. Ну, шутка вот. Далека. Молодец. А что, у тебя не было оружия, что ли, в него взял? Мейсон, докладывай. Где-то рядом с деревней расположен военный аванпост под командованием генерала Кравченко. Они сбивают наши самолеты. Но. ЦПУ? Уберем ее и вызовем вертолеты. Давай. Виски, вы держите мост и реку. Мейсон и я — западный периметр. Встречаемся в деревне через 5 минут. Хорошо. Все ясно? Да. Виски, ко мне. Пока, ребята. Пока. Так, а я что? Я же тоже должен идти. Двигай давай. Ну двигай, что встал-то? Так. Ага. Заложили. Ну вот что там? Что там? А почему я не могу его? Костер пал. Жарится. Экс-рей на западном фланге. Время 3 минуты. Они лежат. Разделимся. Я пойду наверх. Ты перейди реку, заложи пластид. Вас понял. Хорошо. Лежат, так спят, так мирно. Да. Это уже вторая бомба. Ну, давай, давай. Так, так, так. Ой-о. Заряд заложен и в полной готовности. Сьерра на позиции. Виски готовы. Экс-рей на месте. Ай-яй-яй-яй-яй. Без боя, да, пробираемся-то? Детонатор у тебя? Вот он. Я им подарочек оставил в топливной цистерне. Давай. Ладно. Мейсон, давай опробуем этот пластид. Давай. Пошли, пошли, пошли! Оружие к бою! Смотрите внимательно, ищите ЦПУ. Давай. Противник на крыше! Мейсон, сними их! Не высовывайся! Пошли, Мейсон, за мной! Чисто!
Мейсон, занять позицию! Занимаю. Детка! Принято! Где вы, Мейсон? Разберись с этими ублюдками! Да я так хреначу, смотри, как тут. Впереди! Нет бомбы, все на крыше! Сбору гранату в этот окоп! Занять укрытие! Отюмный! Где? Готов! Спокойно. Смотри, как забегали гады. Мейсон, гранатомет. Вот что. Где? Мейсон, доберешься до 202-го. Долбанем по ней. Я не могу высунуться. Мейсон, гранатомет. Есть. Гнездо чисто. Можете заходить на цель. Вас понял. Рима 9 экстрей, это Кентукки, Хорнеты на подходе. Да. Рима 9, не высовывайтесь, сейчас будет жарко. Сьеру у северного периметра. Ай-яй-яй. Сьера зачистили северный периметр. Все благодаря мне. Все благодаря мне. Сьера на позиции. Есть. Понял. Я что-то не понял, как мне жила. Что, проблемы чуть? Перенесло-то сюда. Давай. Разве это толщина? Разве это стена? Идем дальше. Путь через эту хижину. Мейсон, давай вперед. Мейсон, сюда. Зачистить остальную часть деревни. Так без проблем. Укрытие. Кто-нибудь разберитесь с таким сукиным сыном. Спокойно. Не все сразу, по порядку. Мейсон, видишь его? Теперь я бегу. Вот так. Блин. Как некрасиво получилось-то. Проверить причал! Давай! Вон они, походу, вылазили. На пристани чисто! Идем дальше! Путь через эту хижину! Давай. Мейсон, давай вперед! Мейсон, сюда! Зачистить остальную часть деревни! Пулемет, укрытие! Герой! Найди укрытие! Спокойно! Вперед, пошли! Мейсон, проверь эту лачугу! Цель поражена! Они на крыше! На! Получи, козел! Впереди тоннель! Вижу! Чарли, на 9! Не дави, а! И не видно же, падлу. А вот так вот потом со спины заходят. Они мертвы! И хреначат. Контакт погашен. Давай. Где? Кого ты там еще хочешь? По кому стреляете?
Так, ну. И зачистите северную деревню. Чё, кто-то остался? Все, блин, один оставался, так как. Впереди туннель. Вижу. Давайте открывайте, заходим. Ну, да ты охренел, что ли? Нужно очистить туннель. Я этим займусь. Тихо. Свифт, не толкайтесь. Ладно. Хорнеты пока пусть покружат здесь. Пошли. Прима 9, это X-Ray. Не толкайтесь. Радиус 3 километра. Вот. Возьми. Это что? Фонарик? Большое спасибо. Держись. Мы найдем Кравченко. Не подставляйся только. Че ты так заботу-то обо мне? Пошли. Какой заботливый. Гусь. Этот сукин сын свое отвоевал. Давай. Спокойно. Стоп! Мне кого там. Резнов! Ты чуть под пулю не угодил. Я тебя чуть не пристрелил. Один в поле не воин, Мейсон. Я попробую пробраться. Давай. Ладно, только ступай потише. Мы с этой стороны. Ушевелись давай. Да что с тобой такое? Чего тебе надо? Мейсон, тебе надо собраться. Уц, ответь. Слушаю, Мейсон. Свифт мертв. Тут кишмя кишат витконговцы. Лима-9 прочесывает местность. Никаких следов Кравченко. Давай. Как слышишь меня? Черт. Кто еще? Нифига себе. Кто-то. Где же твой друг Свифт? Мертв. Мертв. Не время скорбеть, Мейсон. Здесь явно поработали советские специалисты. Мы на верном пути. Да быть не может. Вот! Помоги сдвинуть! Давай. Роняем эту хрень. Ай-яй-яй-яй-яй. Осторожно, Мейсон. Слышу противника. Это я в него две пули всадил. В бедро. В задницу его, в жопу отстрелил. Так что, как он еще дергался у тебя. А не орал тут. Твоя очередь, друг. О, спасибо. Я за тобой. Спасибо, премного благодарен. Черт! Вот тебе в пузо, пожалуйста. Схватил. Пойдем. Мы совсем близко, Мейсон. Хороший пистолет, хороший. Надо себе такой же купить обязательно. Куда идти, Резнов? Доверься инстинктам, Мейсон. Инстинктам. Так, я близко. Что? Что? Не кричи. А ты не кричи. Стисни зубы и терпи. Тихо, тихо. Сукин сын. Осталось-то немножко. Вот она, дверка. Вот он. Передовой комплекс Кравченко. И кто здесь? Похоже, тут никого нет. Кравченко ждал нашего появления. И спешно покинул это место. Давай. 4 февраля 1968 года. Кравченко. Вот это документы, Резнов, нам уходим. Значительного успеха. Проведенные недавно полевые испытания на местном населении показали, куда? Что данная разновидность НОВ-6 является наиболее эффективной. Черт! Пошли! Пошли! Это кто? Кравченко там все заминировал. X-Ray, как слышите меня?
Вот чёрт. Куда? Быстрее, Мейсон! Да бегу! Не хочу, чтобы эта крысиная нора стала моей могилой! Мейсон, да что там произошло? Мы да что произошло? В туннелях. Где вы сейчас? В туннелях! Мы будем кружить над местностью, сядем, когда увидим вас! Давай. Копай, Мейсон, копай! Черт! И где? Ого-го-го-го-го! Не в конкурсе, Мейсон! Так. Где вы, Вуз? А мне-то из чего стрелять? Из пальца, что ли? Ни хрена вы меня как-то нашли-то? Как вы меня нашли? Валим отсюда нахрен! Давайте, выдергивайте меня!